Каждый день бригады МКУ «Зеленый Владивосток» занимаются вывозом свалок, образовавшихся рядом с контейнерными площадками. По поручению главы Владивостока сейчас эта работа ведется в усиленном режиме. Объем мусора, который у нас вывозится с каждой контейнерной площадки, может достигать 90 кубометров за смену. Естественно, объем такой большой по причине подброса мусора. Очень бы хотелось обратить внимание жителей, чтобы они самостоятельно также предпринимали меры по вывозу строительного мусора, который не относится к ТКО. Особенно сложная ситуация сохраняется в Советском районе. Для уборки свалок на улице Докучаева задействовано 2 самосвала, мусоровоз и погрузчик. Напомним, сообщить о свалках можно через чат-бот администрации Владивостока в мессенджере Telegram. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.